20-ю они маевку вспомнят, потому что появился такой знак. Хотя те, кто получал призы на анимаевках, они имеют такие карандаши, только стеклянные, более хрупкие. А это уже такая более основательная вещь. Нет больше радости для родителей, чем успехи их детей. Так что пусть анимаевка набирает действительно сил. А самое главное, чтобы она продолжалась бесконечно. Подчас анимаюки ладятся показы для дорослых и детей, так само творчая сустреча с мэтрами анимационной справы и мастер-классы. Традиционная программа фестиваля, включая конкурсную складающую, экспертная комиссия добрала 111 фильмов, 50 из яких от детячих студий из Беларуси, Бельгии, Бразилии, Казахстана, России, Украины. Переможцев вызначить у 19 номинациях. Так само, нагадаем, все конкурсные работы можно свободно поглядеть что дня с 19.00 на открытом экране кинотеатра «Радима» у Могилеве.